Банда под Сандрелла. Банда Ботанучи. Банда Красавелла. Дон. Дон Антон. И все это 11-й Б-класс. Семья! Мы избавились от прошлого преподавателя, но на его смену придет новый. А давайте его! Надо его сначала проверить. Но я вам обещаю, скоро это все закончится. Смотрите, кто это! Шутер, шутер! Здравствуйте, ребята, я ваш новый преподаватель. Я хотел преподавать вас историю. Так, давайте запишем сегодняшнюю тему. Это история Киевской Руси. Вообще, история Древней Руси началась в 860... А скажите, пожалуйста, а в Древней Руси приоры были? При что? Оры! Оры были, а при не знаю. Получается, в 862 году на приморских племенах хотели объединиться в единое государство. Михаил Анатольевич, скажите, пожалуйста, что произошло 12 октября 723 года между полуднем и полуднем и одной минутой? Девушки, сейчас я вам такого ответа не дам. Девочки, удушите! И получается, в 862 году племена... Эй, учитель! Да? А как чекинились в Древней Руси? Что делали? Чекинились? Ну, чекинились! Это новый какой-то термин? Наши древние племена хотели объединиться в единое государство. Но у них это ничего не получалось, так как у них не было разлада никакого.